Дискуссионные площадки по темам ЖКХ страхования, защите потребителя на финансовом рынке. Обсуждение на форуме не ограничивается узким кругом тем. Участники – представители Ставрополья, Астрахани, Татарстана, Краснодара и Москвы. Все они уверены, обмен опытом в этой области поможет выстроить грамотную законодательную базу на федеральном уровне. Форум служит для обмена мнениями с представителями профессионального сообщества, которое занимается вопросами защиты прав потребителей. Это место, где встречаются коллеги из муниципальных образований, обмениваются лучшими практиками, лучшим опытом по вопросам защиты прав потребителей. Сделан на Дону уже давно узнаваемый бренд. На форуме список обладателей знака качества пополнился. Тепличный комбинат «Ростовский» в числе 10 новых его обладателей. Генеральный директор признается, теперь их цель – добиться признания на всероссийском уровне. Предпосылки для этого есть все. Предприятие выращивает более 9 тысяч тонн овощей в год и обслуживает около 50 торговых сетей по всей России. Добились этого результата. Ну, скажем так, достаточно короткие сроки, потому что комбинат начал строиться в июле 2012 года. 9 мая 2013 года мы получили первый огурец. Сейчас строительство комбината завершено. В этом году было открытие. Вот, как видите, срок небольшой, но, тем не менее, убедительная оценка нашего труда, труда нашего коллектива. Вот она у меня в руках. Не случайно церемония награждения знаком качества – одно из главных событий форума. Надпись на этикетке «Сделано на Дону» подтверждает хорошую характеристику товара. Потребитель предупрежден, а значит вооружен. Продукт можно покупать. Это, наверное, высшее достижение, которое можно охарактеризовать как оценка, которую все вместе мы с вами даем. И экспертная комиссия, которая присваивает это высокое звание, это еще одно подтверждение тому, что и сам продукт качественный, и то, из чего он сделан, тоже подвергается особому статусу, особой проверке. Участники рассказывают, форум не имеет аналога в России. Он проводится ежегодно и действительно помогает в решении проблем потреб рынка. По словам Сергея Горбаня, здесь обсуждается около 40% вопросов, поступающих от потребителей. Большинство из них решается в пользу покупателя. Юлия Карасюк, Владимир Савеленко, Алексей Ануфриев. Главные новости.